Вы не задумывались, почему нас всегда привлекает определенный типаж мужчин? Может меняться цвет глаз, волос, но то, что женщина ищет в мужчине, будет константой. Да, противоположности притягиваются, но чаще работает другой закон. Подобное притягивает подобное. И о вашем характере можно судить с большей долей уверенности по тому, кто ваш идеал. Итак, предлагаю посмотреть на картинку, кто из этих мужчин больше всего похож на ваш идеал. Первый вариант – это классическая мужественность. Ваш идеальный мужчина элегантен и аккуратен. В одежде предпочитает вечную классику. Настоящий джентльмен, занимается мужскими, но не рабочими профессиями. Что ж, если вы мечтаете именно о таком, то вы женщина с запросами, но не без оснований. У вас хороший вкус в одежде, интерьере, музыке. Вы любите ходить на камерные концерты и балет. Знаете, что вам нужно от жизни и очень избирательно относитесь к выбору знакомых. Второй вариант – это плохой мальчик. Небрежная стрижка, татушки на теле. Можно с уверенностью сказать, что вы та самая хорошая девочка, внутри которой могут бушевать нешуточные страсти. Ваша природа авантюрна и смела, даже если вы пытаетесь это скрыть от окружающих. Сознательно выбирая такого мужчину, вы тем самым показываете, что цените жизнь во всех проявлениях и часто не относитесь к ней серьезно. Построение карьеры вас привлекает не больше создания семьи. Вы чувствуете себя молодой вне зависимости от возраста. Третий вариант – это обычный парень. Да, я согласна, Бен Аффлек не совсем обычный мужчина, но речь не об этом. Ваш идеал не выделяется особым стилем, носит комфортную одежду, которая при всем том ему к лицу. Он предсказуем и надежен, хотя и лишен светского лоска. Знаете, если это ваш идеал, то вас можно поздравить. Вы очень мудрая и трезво смотрящая на жизнь женщина. Больше всего вы цените заботу о себе и не нуждаетесь в лишних драмах. Ваша цель – спокойное женское счастье и крепкий тыл. Четвертый вариант – это спортсмен. Если ваше сознание будоражит крепкие накачанные мужчины, хорошо разбирающиеся в принципах правильного питания, предпочитающие пиво, смузи и гранолу, то вы активная яркая личность. Для вас очень много значит круг друзей, чего вы точно не будете терять. Так это скуки. Для вас также важно всегда сохранять лицо. Не последнюю роль в вашей жизни играет мнение окружающих, которым вам не стыдно показать такого партнера. Пятый вариант – это патимейкер. Вы не видите ничего предосудительного в том, чтобы знакомиться в клубе. Если ваш идеал именно такой парень, душа тусовки, то вы сама очень уверенная, даже местами самоуверенная личность. Кстати, вы можете быть заядлой карьеристкой и феминисткой. Свои чувства предпочитаете прятать, опасаясь, что вашу душу ранят. Умеете зарабатывать деньги и считать их. Любите быть в центре внимания. Шестой вариант – это милый интеллектуал. Высокий интеллект в мужчине вас не пугает, а привлекает. Мужчина вашей мечты, скорее всего, носит довольно сдержанную одежду, предпочитая джинсам, костюмы, рубашки, джемпера и брюки. Вы и сама отличаетесь незаурядным умом, но уж очень любите спорить, особенно на какую-нибудь глубокую тему. В мужчине прежде всего ищете друга, собеседника, а уж потом мужа или каменную стену. Вы довольно самостоятельны, но если мужчина покажет вам, что достоин стоять у руля, благоразумно отойдете в сторону и будете прекрасным боцманом. У каждой из нас свои представления о правильном мужчине, так пусть каждая найдет именно того, кого ищет. Своими результатами поделитесь в комментариях, мне будет интересно их узнать. Ну а у меня все на сегодня, желаю всем любви, пока-пока!